Сегодня уже вышли во втором матче другого дня в региональной футбольной лиге «Золотое кольцо». Встречается команда «Аркада Бензолом», город Ярославль, «Газпром», город Острова. Представляю вашему вниманию состава игрующей команды. Команда «Аркада Бензолом». Футболки белого цвета, гетры синего цвета. Номер 35, Никита Мельдин. Номер 17, Петр Кирилл. Номер 3, Ризов Александр. Номер 27, Ризов Алексей. Номер 9, Гаврилов Сергей. Номер 7, Гаврилов Максим. Номер 8, Зимин Сергей. Номер 25, Фон Кирилл. Номер 98, Гаврилов Никита. Номер 86, Лысяков Дмитрий. Номер 11, Папаев Евгений. Номер 71, Дунев Алексей. Номер 67, Манахов Андрей. Тренер команды Качев Илья Владимирович. Команда «Газпром», город Кострома. Футболки черного цвета, гетры черного цвета. Номер 1, Самодин Артем. Номер 2, Манахов Андрей Дмитрий. Номер 95, Козин Кирилл. Номер 14, Яковлев Михаил. Номер 29, Кипяков Сергей. Номер 77, Дурчанин Александр. Номер 18, Пашук Евгений. Номер 17, Ширяев Александр. Номер 4, Рушан Никита. Номер 23, Новиленко Сергей. Тренер команды Суратов Валерий Александрович. Матч проводит следствие бригада в следующем составе. Чудя матча. Сангулатов Максим. Первая категория. Город Костромы. Второй сангулатор. Олега Мартин. Первая категория. Город Костромы. Третий сангулатор. Забей Дмитрий. Фрэнкер из Тушаков. Мяч в ворота команды «Газпром» забил Демидов Никита, номер 98. Счет 1-0 впереди «Аркада Бензолом», город Ярославль. Где они ногти возьмут?
Thank you.
команды Аркадия Бендерлун второй пол. Дальше Курнина Кирилловна, 25 мяч, ворота команды «Газпром» забил. Рюзов Алексей, номер 27, счет 2-0 впереди команды «Аркадия Бендерлун», город Ярославль. Команда Аркадия Бендерлун, третий пол.
Стрелящий Бабулева Максим, 7-мяч ворота команды «Газпром» забил. Турнир Кирилл, на 25 счет, 3-3, команда «Адабин Габун», город Ярославль. Передача Вавалева Сергея, номер 9 мяч, ворота команды «Газпром» забил. Вавалев Максим, номер 7. Счет 4-3, команда «Аркада», «Бенгабум», город Ярославль. Команда «Аркада» на другом 4-й холл. Газпром забил Зенит Сергей на 8. Счет 5-3, команда «Аркада» на другом, город Ярославль. Oh!
Внимание команды. Пошла последняя минута первого тайма. Первый фол. В команде предупрежден. Хорошенко Никита, номер 4. А он думал, вот сидел,
останется добиться. Я, конечно, к вам не причем, к вашей семье, но хочу добиться. Слышишь? Ну ты слушай, мальчики влево могут, девочки справа. Поверь мне, я понимаю, что там у нас нет терминерии. Лучше так сказать. Сейчас рады еще покажут, на самом деле. Обладите решили, заказчик. Мы обрушили в глаза, начали чистить себя. Сколько, сколько весит у вас? Сейчас спасибо. У меня 12. Там ничего,
Thank you.
первый пол. Типикова Сергея, номер 29, мяч ворота команды Аркада Бенгалу, завел Яковлев Михаил, номер 14, счет 5-1-3, команда Аркада Бенгалу, город Ярослава. Команда Аркада Бенгалу, второй шоу. Чего ты? Я тебе получше. Че, я ее там поставил? А че, разбились что ли? С передачи Козина Кирилла, номер 95, мяч, ворота команды Аркада Бенгалу, забил Яковлев Михаил, номер 14, счет 5-2, впереди команда Аркада Бенгалу, город Ярославль. Команда «Газпром» взяла тайм-аут. Yeah.
Секунда паузы на поле и в эфире. Они играют по системе дубль. А нам плевать, у нас 4-2-4. Ох, Инхай! Для него! Что футбол? Последняя минута матча.
блядь, несмотря на крест, не работает. Вот, блядь, что-то не нужно, здесь.